В России повсеместно вводится масочный режим. Речь идет об общественных местах, транспорте, лифтах, автомобильных парковках, где граждане должны носить защитные маски. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей. В общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Говорится в документе. Напомним, что в Тверской области аналогичные меры предприняты согласно постановлению губернатора с 12 октября. Во всех муниципалитетах проводятся рейды по контролю за соблюдением масочного режима. В рамках проверочных мероприятий правоохранители напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты и мере ответственности, предусмотренной за нарушение распоряжения главы региона.